А в городе Покровске открылся парк, обустроенный в рамках реализации федерального партийного проекта «Парки малых городов». В этом году был запущен проект формирования городской среды. Администрация города успешно приняла участие в конкурсе, получив право на субсидию по благоустройству городского парка. Место, где расположен парк, является самым большим лесным массивом на территории города. Население активно приняло участие в общественных слушаниях по рассмотрению дизайн-проекта будущего парка. От горожан поступило много идей и предложений, которые были воплощены в проекте парка. Его концепция была утверждена жителями города, и на всех стадиях работы было много добровольцев. Сейчас жители Покровска с удовольствием проводят свободное время на территории своего возрожденного парка. По федеральному бюджету в год экологии это один из действующих проектов, имеющий прямое финансирование. Порядка 500 миллионов в целом выделено по Российской Федерации. Данный проект обходится в порядка, с точки зрения федерального бюджета, 3,7 миллионов рублей. Ну что ж, покровчанам здорового образа жизни в этом парке. Это главное.